Середина августа выдалась жаркой. На протяжении последних дней воздух прогревался до 32-33 градусов тепла. 6 и 17 августа обновились рекорды максимальной среднесуточной температуры воздуха. В лиде августовский, а также годовой абсолютный температурный максимум был отмечен 29 августа 1992 года, когда столбик термометра достиг отметки в плюс 35,3 градуса. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет и на предстоящих выходных. Ожидается, что воздух прогреется до 30-34 градусов по Цельсию. Госавтоинспекции рекомендуют метеозависимым водителям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Остальным пить побольше воды и внимательно следить за своим состоянием. При появлении признаков недомогания, сонливости немедленно остановиться в тени. Выйти из автомобиля, намочить затылок, шею и руки прохладной водой. Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Ни в коем случае не оставляйте в автомобиле на жаре детей, пожилых людей и животных. Инспекторы госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения, пересечение грубых нарушений правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов.